Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Ну что же, давай заберем то, что нам принес Беззубик. 200 тысяч бревен, не кисло. Блин. Яйцо, наверное, прикольное, не знаю, ребята. Что он там принес, но мы не посмотрим, потому что я не стал это покупать. А все остальное, конечно же, мы с тобой заберем с превеликим удовольствием. Так, давай, наверное, мы еще пак с тобой сейчас посмотрим, бесплатный. Нет, вначале мы их отправим все-таки добывать, чтобы они время, как говорится, зря не тратили. Так, водорез, давай быстро за рыбой. Так, Беззубик пока пускай, наверное, здесь постоит у нас. Древоруб уже бомбит. Тайфумеранг пускай постоит. Так, тебя за рыбой. Кто у нас здесь улучшается? Ага. Громобой обычный, получает 28 уровень. Так, друзья мои, я специально прокачиваю персонажей, чтобы мне 6 драконов нужно прокачать до 36 уровня. Вы все помните это прекрасно. Поэтому давай, наверное, дальше прокачивать. Упс, не хватает. Ладно, ничего страшного. На данный момент у меня только лишь... Так, кстати, водорез 32 уровень, не кисло. Ну, как ты знаешь, да, Беззубик у меня уже 36 уровня. И кто-то еще. Я вот не могу вспомнить. Может быть, вот, да, Громель. Громелька тоже 36 уровень. То есть мне еще нужно 4. Ну, а пока с тобой посмотрим, что же нам здесь дадут бесплатно в этом паке. И, так, Лаварык, Крылатый ужас, Костолом, ну и ресурсы. Хорошо, давай тогда мы с тобой еще посмотрим пак, но здесь будут чисто ресурсики у нас. Монеты Одина 6 штук. И вот пак сам. Так, 10 тысяч рыбы, 20 тысяч рыбы. Короче, мало. Мало дают нам, конечно, здесь. Обмен. Так, забираю я блестящий янтарь и сразу же ставлю следующий на обмен. Потому что янтарь уже пора копить нам с тобой. В дальнейшем он нам пригодится. Так, подожди, а что у нас здесь еще? Шепот смерти у нас еще получает 31 уровень. Слушай, есть смысл его тоже прокачать. В общем, у нас будет качаться с вами шепот смерти. Наверное, громобой. Потому что они более-менее дешевые в плане прокачки. Так, здесь у меня, друзья мои, через 9 часов 43 минуты вылупится... Как его там? Как это в дракона это звать? Я уже забыл. Тайфумеранг. Нет, не он. Ай, из головы вылетело. Ну, многие его знают, друзья мои. Многие его знают. Так. Мрачный дождь. Нифига у нас мрачный дождь. Какой большущий-то стал, а? Пускай, наверное, идет, обучается. Может быть, блин, а эти такие дорогие по обучению, а? Ты посмотри. Так, размягчитель. Не знаю, сидят просто-напросто. Место занимает, толку никакого, да? Ладно, давай мы заберем с тобой здесь награды. Это у нас янтарь обычный, да? И откроем с тобой пак. Пак у нас с тобой обычный, непривлекательный. Лаварык, громобой, острокрылый змеевик. И все. Так, начать открытие. Ну что мы тут с тобой можем сейчас сделать? Да ничего, ребята, мы, наверное, без зубика отправим с тобой за ресурсами, которые нам нужны будут на зеленую смерть. А точнее нам нужно... И не... А, вот, показали. Ну вот, например, давай начнем копить на лопатки. В плане, какой обмен? А, они так не делают, да? Вот, смотри-ка, четкие. Слушай, вот эти нам нужны. Может быть, обменять, а, ребят? И четки нам тоже нужны. Я ведь верно говорю? Так, у этих ребятушек у нас задание. Мы с Арделькой решили посмотреть на волну поближе. Она просто гигантская. Окей. Так, волна несет на корабль Дагура. Теперь я между двух огней. Спасать охотника на драконов, иначе его корабль поглотит волна, или бросить его в беде. Это же Дагур. Так, проверьте драконов. Давай вот так мы с тобой сделаем. Пускай он летит. Так, что у нас здесь?
Нас попросили обучить ночных жутей. Опять? Но мы же только этим и занимаемся. Ну, вообще-то нет. Всерьез мы их ни разу не обучали. Все равно еще слишком рано. Так, обучите Ципу. Бесплатно. Так, что у нас здесь? Астрид, нужно заслужить доверие острокрылых змеевиков. По-моему, мы с тобой только этим и занимаемся. Острокрылые змеевики склонны сторониться викингов больше остальных злобных змеевиков. Может, их нужно приручить? Индивидуальное приручение. Пускай будет так. Что здесь у нас? После похода с Маркали хочется пить. Ради бога, пей. Оказывается, те ужасные чудовища искали, где бы передохнуть и промочить языки. Драконы собираются вокруг Самаркала, и, похоже, они вполне с ним ладят. Слизь. Бесплатно. Ну что же, дракончиков мы с тобой отправили, как говорится, по делам. Эти у нас пределы. Так, Беззубик, придется тебе куда-то слетать. Где какие ресурсы находятся? Вот скажи мне, пожалуйста. Ладно, в любом случае мы с тобой, знаешь, что будем делать? Ага, вот, ребят, крылатый ужас там у меня в инкубаторе выводится. Как говорится, вон там вот синенькое яйцо, это именно его. Так, громоножка у нас есть, это есть. Нам, чтобы остальных искать, нужно поднимать уровень. Острокоготь есть, вот песчаника нету, но это будет на 41 уровне. Повысить уровень Беззубика до 49-го. Кревет на 50 уровне открывается. У-ху-ху-ху-ху. Так, здесь гроза морей, блин. Ну, у нас, видишь, принцесса огнеедов и шелкопряд. Жалко, что они, ребята, не участвуют в боях на арене. Вот что, немножко обидно. Ладно, пускай он, например, идет за водорезом. Что мы можем вообще здесь с тобой найти? Какие ресурсы? Не показывает? Ой, не то нажал, не то. Беззубик. Хотя подожди-ка. Тут поиск. Ну да. Пускай он шукохвата ищет. Аж целых 2 часа. И вот смотри, что мы можем с тобой здесь получить. Что-то меня такое не устраивает. Это все не то, что нам нужно. Понимаешь? Все, что он там ищет, это бесполезно для нас. Давай посмотрим здесь. Поиск. Опять же бред какой-то. Как определить, друзья мои, где какие ресурсы можно найти? То есть мне, например, нужны четки. Как узнать, где они находятся? Блин, ну все не то, а? Или эти ресурсы чисто обмениваются, они не находятся? Подскажите мне, друзья мои. Крылатый ужас. Ну давай посмотрим, что у тебя здесь. Абсолютно все не то, ребят. Пускай идет, ищет. Ну, а мы с тобой что? Мы с тобой идем на арену. Так, нам надо победить с собой 4 драконов. Я думаю, для нас это пара пустяков. Так, подожди, кто-то говорил, убери сардельку, Рей. Давай берем сардельку, только вот кого поставить вместо нее? Вот кого ты прикажешь поставить вместо сардельки? Вострозуба, может быть? Так, я улучшить его могу? Давай водореза тогда попробуем взять. Вот так вот. Посмотрим, как у нас получится с такой командой. Так, у меня громобой защитник, древоруб и водорез. И кто же там против нас с тобой будет выступать? Давай посмотрим. Не кисло, все синие. Все синие, друзья мои. Так, начнем с пристиголовых. Ох, ё-моё. А что это вы так, ребята, жестко бомбите? Синие. Повышенный урон по красным. Понял. Понял, что тут они хотят мне, да? Громобоя защитника завалить. Ай-яй-яй, у них, по ходу дела, ребята, это получится. Да. Ладно. Кого они там еще могут мне? Да, в принципе, больше они никого не будут бомбить. Так сильно, по крайней мере. Или будут. Так, одного в плане. Ну, давай так тогда. Пыхнем. Так, нам нужно с тобой вот этого вот ликвидировать теперь. Блин, пониженная атака у нас. Вот что я тебе скажу.
Интересно, мы здесь с тобой сможем справиться с ними? Мне кажется, сейчас уничтожат мне древоруба. Ох, и допрыгаемся мы с тобой тогда здесь. Отлично, отлично, я тебе скажу. Змеевик. Так, он сейчас будет что-то делать. Будет бить хвостом, нет? Оу. Слушай, братюня, тебе не кажется, что ты попал? Лишь бы водорез мой не промахнулся. Все, все, смотри, смотри. Хотел бы сделать супердар, да не может, да? Ай-яй-яй, ну извини, парень. Извини. Так, ну что, победа за нами. Нам еще нужно с тобой победить одного дракона. И все, не будет у нас пак-вождя. Замечательно, так, последний бой. Именно для пака. Нам нужно, так, может быть, нам команду поменять? Нет, не надо. Что-то мне как-то без сардельки, честно говоря, скучно. Сарделька как-то меня веселил, раздражала иногда даже. Так, опять же, красный, фиол, синий. Так, мы красные против зеленых мощны, да? Ну, и на втором месте против фиолов. Что он будет делать? Ай-яй-яй. На тебе. Вот то, что у него кревет есть, это, ребят, это очень плохо. Это очень плохо. Так, я, наверное, буду... Да, я буду обычными пока атаками бомбить. Я хочу применить массовую... От древ... Или вот это, тоже неплохо, кстати. Опа! Шикарно. Так, ему остается только свои способности первоначальные применять. Этот укус будет делать. Ух, древоруба бедного моего раскрошил. Так, лишь бы не кревет ходил. А то я знаю, чем это все грозит. Блокируем, друзья мои. Лучше это сделать сейчас. Так. Кревет опять в пролете получается у нас, да? Ничего он не сможет пока сделать. Ну, может кусать, конечно, но это не страшно. А вот дальше, если вот этот не потратит, то, скорее всего, мы с тобой сфейлимся. А, все. Все, друзья мои, я на расслабухе. Причем на расслабухе полный. Теперь я уже ничего не боюсь. Кревета мы уничтожили. И, соответственно, того дракона тоже. Так что все у нас удачно с тобой складывается. 30 кубков и плюс ко всему 40 тысяч бревен. Ну вот и пак вождя подоспел. Давай-ка посмотреть, что у нас тут есть. Ужасное чудовище. Костолом. Кревет. Кошмарный пристиголов. Парящий прихвостень. Ага. И сарделька, друзья мои, сарделька, по-моему, может прокачаться до 10 уровня. Дай-ка я лично в этом убедюсь. Ну-ка, улучшить. А, нужно 24 уровень ей. А так она готова, да. Ну что, давай тогда мы с тобой пойдем за следующим паком. Для этого нам нужно с тобой победить 10 драконов. Нет, водорез, конечно, мощный, тут ничего не скажешь. Как дракон он бомбит не кисло. Но вот громобой почему-то... Что-то у меня опять тут кревет. Блин. О, мы еще и промахнулись. Мы еще с тобой и промахнулись, блин, а? Ну как так-то? Его нужно истреблять. А этот, кстати, тоже не кисло бомбит, если честно. Так что они тут оба хороши. Так, я даже не знаю, как сделать. Давай, наверное, вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой, как же вы быстро уничтожили громобоя защитника. Вообще моментально, друзья мои, моментальненько. Так, ты запарил кревет, а? Слушай, а у нас же этот остается, да? А, у него пока нету энергии. Блин, фиолетовый что? А почему-то фиолетовый очень сильно бомбит по нам. Я что-то не понял. Хм, странно. Так, давай, наверное, глушить. Глушить и одновременно отхиливаться. Да ты запарил, фиолетовый против фиолетового. Что-то как-то... Что-то вообще нереально жарит. Ну-ка, добьем с тобой этого ханорика. Я боюсь, нас добьют сейчас. Угу. Ну что же, посмотрим. Блин, кто кого. По нам будет минимальный урон. Именно от него. Потому что... Тихо. Ого. По
Подожди, а с какого перепуга он два раза-то ходит опять, блин? Что за фигня, блин, происходит? Трындец, ребята, блин. По два раза ходит себе спокойненько. Ну, это, я считаю, несправедливо. И не надо мне говорить, что там у него инициатива больше или еще два раза подряд. Не то, что он первый сходил, а именно два раза подряд он ходит. Я не был оглушен или еще что-то в этом роде, чтобы пропускать свой ход. Ладно. Двух драконов мы с тобой подбили. Нам еще восьмерых нужно. Так, два... Оу, два красных и синий. Елки-палки. Два красных и синий, да? Я не знаю, давай со скалотряса начнем, наверное. Начнем. Этот, древоруб, как всегда, фейлится на пустом месте. Ну правильно, краснуха будет его сейчас бомбить. Древоруба, а кого еще им бомбить? Нет, я все-таки, друзья мои, сардельку верну на место. Я верну на место, может быть, даже вместо древоруба. Мне кажется, так будет вообще обалденно. Опа. Да, давай теперь, наверное, злобного змеевика бомбить. Ай-яй-яй, понижает атаку, а? Посмотри. Чтоб тебя. Что-то какой-то тяжелый он, честно говоря, на разбор. Так, этот сейчас что сделает? Да, бьет, понятное дело. И змеевик добьет, наверное. Нет, не получилось, но все равно, ребят, очень опасно. Довольно опасная ситуация. Добьешь? Ну, молодец, красава. Надеюсь, с этим мы с тобой справимся. У меня как раз повышенная атака по нему идет, да? Отлично. Это уже радует. Ну что там задергался? Что ты задергался там? Ага, дудки тебе. Продолжаем бомбить. Так, смотрим его дальнейшее действие. Ну, он уже все. Все, он сфейлился. Добивочный. По красоте. Да? Водорез у нас выжил с вами. Ну что, остается еще пятерых вальнуть. И будет нам счастье. Так, подожди. Успел, да? Успел. Так, древоруб. Давай-ка мы тебя заменим на сардельку. А может быть, на громобой защитника лучше? А? Громобой защитник тоже сейчас что-то не тянет, да? Лямку. Два красных и зелень. Два красных и зелень. Это плохо. Так. Даже не знаю, с кого начать. Давай, наверное, с костолома. Ать. Ну, конечно, красные будут атаковать зелень. Кого им еще атаковать? Именно зеленуху. Так, ну если мы с тобой сейчас вырубим быстро костолома, для нас это будет большой плюс. Ну-ка, добить сможет? Нет. Но зато, по крайней мере, попадает. Ага, удар хвостом. Понятно. Так, может быть, успокойтесь, а? Этого добиваем. Снимем броню ему. Пускай без брони побегает. Так, что ты тут выпендриваешься, а? Окей. Кусаем. И, наверное, да, добиваем. Ну вот, осталось у нас... А это не сарделька, это громель-защитник, по-моему, да, если не ошибаюсь. Так мы его сейчас быстренько распетрушим, смотри. Фу. Блин, почему водорез так мало по нему бомбит? Это же зеленый-зеленый. А, все, понял. У нас по нутру атака идет слабая по нему. Поэтому тут лучше, наверное, просто броню понижать. И вот так вот делать. Такой викинг прикольный вот этот стоит, машет. Ну что, ты сам все прекрасно видел. Тут, как говорится, уже без слов. 40 тысяч бревен и едем дальше. Еще двух дракончиков нам подбить. И будет все тип-топ. Так, красный фиол и зелень, да, по-моему? А, нет, синька. Красный фиол и синька.
Так, начнем, наверное, со змеевика. Хотя вот это вот меня больше бесит. Ах ты, гаденыш, что творит. Давай-ка вот так мы... Оп. Блин, сарделька, ну ты достала опять. Я только тебя взял в команду, думал, в надежде будешь нормально бомбить. Ну куда там? Не хочет он нормально бомбить, к сожалению. А вот этого мы, скорее всего, сейчас уничтожим. Или же нам уничтожат с тобой сардельку. Молодец, молодец. Хоть здесь помогла. Так, давай-ка мы теперь возьмемся за змеевика. Ой-ой-ой-ой-ой. Быстро-быстро, да, очень уничтожили. Мы тоже, кстати, не отстаем. Так, ему бы понизить защиту. Если ты, конечно, успеешь. В чем я очень сильно сомневаюсь. Так, блочим. Но он все равно может укусом уничтожить громобоя. Он так и поступает, в принципе. Ну, а мы уже, в свою очередь, убиваем его. И пак, как говорится, у нас в кармане. Давай открывать. Костолом, крылатый ужас, громобой, острокрылый змеевик, громобой защитник. И все, больше у нас, ребят, нету, как говорится, паков. Давай-ка мы здесь с тобой заберем. В плане было написано две награды, а получаем почему-то одну. Подожди-ка секунду. А, в задании что-то. Еженедельные. Так, победите свирепых драконов 15, понятно. Всего лишь 70 листиков дали, да? Не очень много. Ну и вроде бы пока все. Больше мы здесь с тобой сделать ничего не сможем. Будем ждать, пока не добудут ресурсы. Ну а на этом, друзья, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!